Всем привет, продолжаем путешествие. Вот в этом году мне удалось побывать в Италии, в городе Верона. Хочу вам показать дом Джульетт. Дом Джульетты отождествляется с легендарным домом героини пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Действительно, вот такой есть дом. Кстати, вот здесь очень много записок, которые посылают Джульетте. В 2012 году муниципалитет Вероны принял такой закон о штрафах в 500 евро за приклеивание записок. Но все равно народ весь клеит, пишет и так далее, и так далее. Ну так вот, дом принадлежал семье Капелла, Даль Капелла. Это прообраз семьи Капулетти. И, кстати, их герб в форме вот такой мраморной шляпы раз висит на арке, которая ведет во внутренний двор. Кстати, об этом доме даже писал Чарльз Диккенс. Вот он пишет, что «С рыночной площади я направился к дому Капулетти, претерпевшему величайшее унижение и превратившемуся теперь в убогую гостиницу». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, интересная выставка, мне очень понравилась, притом это дом Джульетты. Вот. Дом полностью обветшал в свое время, был выставлен хозяевами на продаже. В 1907 году приобрел его муниципалитет для того, чтобы сделать музей. В 1936 году вышел фильм Джорджа Кьюкера «Ромео и Джульетта», который возродил огромный интерес к этому дому. Ну, начали что-то там перестраивать, что-то делать. Вот. Садик был перестроен, внутри было перестроено. Этому дому придали некоторые черты соответствующей сцены из фильма Кьюкера. Установили бронзовую статую Джульетты, работы веронского скульптора Нео Константини. Кстати, он безвозмездно это сделал. Были размещены экспозиции предметов из фильма Джеффирелли «Ромео и Джульетта». Два костюма, брачная ложа, 7 эскизов к фильму, сделанных рукой режиссера. Там висит очень много различных картин, гравюр, посвященных пьесе «Ромео и Джульетта». Ну и, конечно, там есть балкон, на котором постоять одно удовольствие, сфотографироваться, там все фотографируются. Но все очень весело, очень здорово, очень много, огромное количество людей. А существует также почта для Джульетты. Там можно написать письмо, и даже на компьютере можно что-то написать. Я тоже подошел к компьютеру, написал то, что я хотел написать Джульетте, и отправил. Но вот такое вот у меня было путешествие. Я показал вам дом Джульетты. Находится он в Вероне. Вы будете в Вероне, ну точно не пройдете мимо и точно посмотрите. Все, всем пока, всем привет. До свидания, до новых встреч.